Многочисленные жалобы родителей услышаны. Инициативу отменить ЕГЭ в Татарстане в последующем и в стране поддержали как общественники, так и психологи, педагоги, известные люди. Я доверяю Ирине Ланезе, знаю ее лично. Я считаю, что это правильная инициатива, и поддержите ее. Многие считают, что система тестирования направлена на узкоспециализированное развитие. По оценке психологов, ЕГЭ вводит школьников в глубокую депрессию. Известны случаи суицидов. Каждый наш ребенок, подходя к школе, его начинает уже, когда он входит в класс, обыскивать. Обыскивать, ища телефоны, шпаргалки и так далее. То есть он идет не на праздник, а на какое-то испытание, которое у него идет в жизни. Хотя после 11 лет обучения в этой школе он должен получить удовольствие от сдачи экзамена, потому что действительно это праздник у ребенка. Сейчас всеми способами ведется сбор подписей за отмену ЕГЭ. По словам Ирины Волынец, петицию готовы подписать 9 родителей из 10. Эту инициативу в дальнейшем подхватит вся Россия. Пусть будет Татарстан первым лучшим, он уже является первым в разряде инновационных проектов, внедрении каких-то экономических инициатив. Пусть он станет лидером в области отмены вот этого ужасного ЕГЭ. Мы очень просим нашего президента.